Свою высококачественную продукцию в Сочи компания представляет впервые. Больше 20 разновидностей рыбы из Камчатки холодного и горячего копчения, балыки и совершенно эксклюзивную калорийную чавычу представляют прямые поставщики Елизовского рыбоперерабатывающего завода. Все продукты доставлены без использования глубокой заморозки, что позволяет сохранить витамины и полезные омега-кислоты. Также икра чавычи содержит массу микроэлементов, способствующих улучшению кровообращения и укреплению костной ткани. Отдельное внимание привлекает слабосоленая сельдь из Алюторского залива. Ее продают прямо из дубовой бочки, где рыба и была засолена. Это делает вкус сельди насыщенным и увеличивает срок ее хранения. Представлен большой ассортимент консервов – форель, нерка, скумбрия и, конечно же, треска. И все это по приемлемым ценам. Есть возможность прямых поставок. Ассортимент огромный, приходите, очень вкусные консервы, вот, в частности, вот, печень трески сделана в море прямо, на корабле, то есть производство супер, очень все вкусно. Ждем, приходите, покупайте нашу продукцию, пробуйте, очень вкусно все свежее.